Первый номер, Стинга Дряпка. Пошли. Уно. Жасмина, не падай сама. Двой. Стинга Дряпка. Три. На ковер. Он на ударе. Еще захват. Патру. Стинга Дряпка. Вика, выше захват. Вика, выше захват на голову. Шоссе. Шапте. Аккуратненько, Виколя, придерживай. Стоп, стоп. Вот посмотрите, да, я падаю. Вы меня должны держать. Я же разрешаю вам бросать. Значит, когда вы держите захват, цели приза. Делайте шаг. Руки не прямые, руки должны быть согнуты. Прижать чуть-чуть его к себе. Когда он падает, вы его придержали. Удобно. Пошли. Шапте. Аджиме. Оп. Ноу. Дети. Баскетбат, номер Доля. Делайте сначала не быстро, потом чуть быстрее. Уно. Блин, он ударится, и ты ударишься. Три. Блин, ой, заиграйся. Получишь колено в нос, уходи. Патру. Вадим, ноги шире. Шапте. Оп. Ноу. Дети. Так. Встали. Встали. Идите на свою. Вот еще раз. У них ковер. У вас два мата. Дой. Значит, делаем так. Адриночка, вы идете вот эти ваши два мата. Вот эти. Да, вот здесь. Идите сюда. Вы сюда. Ваши эти два мата. Вика, ваши те два мата. Значит, внимание сюда. Сейчас боремся. Значит, первый номер нападает, второй защищается. Как нападать и защищаться? Иди ко мне сюда. Значит, посмотрите внимательно. Мы поклонились, берем захват и начинаем делать, стараться. Я стараюсь ему делать заднюю подножку. Вот делай мне заднюю подножку. Как я защищаюсь? Я раз ногу убираю, еще раз. Посмотрите, оп, убрал ногу, еще раз. Оп, убрал ногу, еще раз. Оп, и встретил его. И встретил, ногу жестче поставил. Первый номер нападает, второй номер защищает. Вопросы есть? Нет. Нападает Вика, Михаэла, Андрюша, Вадим, Жасмин. Я не Жасмин. Ой. Ваша дочка. Аджина. А дочка. Вы только защищаетесь. Отлично. Попрыгайте на другую. Не лежи, Жасмин, не лежи. Матэ, стоп! Великолепно, Кристиан, великолепно, Вика. Стоп, стоп, заправь. Только команда Матэ сразу должны заправить. Кто не будет заправлен, значит буду накатывать. Теперь Вика переходит, кто нападает? Вика переходит к Михаэле. Михаэла переходит к Колесе. Аделина. А Андрюха, Андрей, переходишь... Да.
Вадим, переходишь сюда, сюда кабинет. Кристиан, переходишь к Григорию. А, подожди, подожди, кто нападал? Кристиан, Кристиан, там нападаешь. Вика там нападает. Михаил там нападает. Андрюша, здесь ты нападаешь. Здесь нападает Вадим. Пошли, пошли. Первый номер нападает, второй защищается. Пошли. Сейчас ты защищаешься. Ты защищаешься, ты не нападаешь. Вика, падаешь руку выставляй, кувырок через нее. Матей, что нужно сделать? Повернуться к партнеру, заправиться. Делать шаг назад. Поклониться. И переходим. Кристиан, туда? Нет, остается. Матей, туда. А потом ты будешь нападать. Потом поменяемся, второй номер нападает. Поклонились. Нападает Вика, Михаила, Андрея, Кристиан, Вадим. Вика, если она наклоняется, возьми чуть-чуть дальше. Олеся раздевает. Защищайся. Это, Жасмин. Держи локоть, картоф. Чуть-чуть хорошо. Матея. Шаг назад. Заправиться. Поклониться. Перешли. Где? Чем выше, тем легче будет. Покажи назад, просочек. Так, молодец, Олеся, умница, хорошо упал. Вот сделала страховочку, упал, и все нормально. Молодец, Жасмин, только падаешь, я не расслабляю. До конца. Матея, Матея, стоп, шаг назад, поклонились, перешли, Вика, 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 Вика,
Аделина с ней нельзя играть, она работает. Это ты можешь вот с девчонками там что-то хихикать. Ей нельзя хихикать. Сейчас нападает второй номер. Григорий, аккуратно боремся. Жасмин нападает. Олеся, Кадмин, пожалуйста, аккуратнее. Девочка, Кристиан. Сейчас Олеся нападает Аделина. Хаджин. Если Кристиан, ну вот так, ну вот так. А там? Стоп, Матэ! Так, стоп, сели на колени, смотрим на меня. Вот, то есть вы уже, это все равно, вот вы представьте, что вы вдвоем один учитель, один ученик. Вот тебе задали задание, да? А ты как бы не делаешь. И ты начинаешь нервничать. Не надо нервничать. Надо искать пути, то есть не получается правильно. А как на соревнованиях? Тебе что? Ты придешь, скажешь, раз, я хочу тебе сделать анкаринку. А сейчас, вот ты раз и упал. Мне там еще родители стоят и говорят, знаешь, как все, здесь тебя убью, если проиграю. Тут просто это как дверь. Поэтому, во-первых, нужно выполнять задания, мои задания. Если я сказал защита, то нужно защищаться, а не нападать. Тихо, тихо. Если я сказал, что ты нападаешь, он защищается. Но! Он должен чуть-чуть поддаваться, и ты должен аккуратно. А если ты начинаешь жестко кричать, ну как бы ломать, он защищается жестко, значит чуть-чуть мягче, и он будет чуть-чуть мягче. А так, конечно, я бы тоже защищался. Это все равно шоу после. Давай чуть-чуть. А ты вот, ты сволочь. Так, и еще одно, что ж я хотел сказать. Будьте поаккуратнее. Еще раз, будьте готовы. Не стойте просто так. Взяли захват, уже будьте готовы. Держите локоть. Чуть-чуть голову наклоните. Если вы упадете, ну я же ничего страшного. Ну хорошо, залез, сделал страховку. А когда так стоишь, плохо, ставим. Маленькие, конечно, должны больше защищаться, чем большие, слов нет. Поэтому нервничать не надо. И говорит, цели призрак. Сус. Вика, не давай ему. Высоко очень ногу поднимаешь. Высоко ногу поднимай. Ставим все, ты дорога в другую сторону. Делай шаг назад, посмотри на меня. Делай шаг назад, а потом залез. Вытащи, вызови. Шаг назад. Пасы на поле. Поклониться. Перешли. Нет, Вика, ты остаешься. Ты переходишь к Вике. Ты нападаешь. Так, иди сюда, Жасмин. Аделина, иди сюда. Подойди ко мне. Тут поменялись или нет? Кто здесь нападал? А, Кадмин, ты сюда. Ты нападаешь, ты переходишь. Олеся нападает. О, а ну, что это было? Взрослый прыгает. Да, можно. Михаила, ты где была? Сергей, ты нападаешь здесь. Ты нападаешь на нее, но аккуратно. И ты аккуратно с ним. Да. Ты можешь нервничать. Ты можешь. Я на тебе тоже не вот смотри, Юрий Александрович. Ты можешь с ним управлять? Я же по-другому получился. Я кричу на него, он кричит на него. Ну вот видите, все время. Не надо. Хорошо? Подойди, просто походи. Возьми захват и попробуй. Хаджина, тихо, пожалуйста, не стойте. Не расслабляйся. Тихо.
Он жестко борется, крестьян, он жестко борется, Бритки, защищайте. Вот так. Топ, 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 топ. Откуси запас. Ракеты, молодец. Аккуратно. А что, да? Григорий, я не вижу. Бери захватик и аккуратно. Правильно. Головой, плечо. Капа. Сюда. Держи флот, иди сюда, мне кажется. Матея, перешли. Перешли. Не надо, Далина. Ой, тебя, ты привыкнешь. Будешь хорошо у меня бороться, вы будете лучше подруги. Не волнуйся. Сейчас вы поругались, завтра помиритесь. Хаджина. Вот там, пожалуйста, Казмин. Вот полную силу борись. Пожалуйста. Вот, 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 Григорий, молодец, отлично. Нет, Григорий, чуть? Да. Давай, 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 Вот, 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 умница. Молодец, Калин, молодец, он ушла. Прыгай, прыгай, прыгай. Попробуем, слипаем.